Вас вітає служба інформації Телерадо компанії «Гомель» у студії Маргарита Шибукова. Добрий день. Сьогодні старшиня Совєта Республіки Михаїл Мясникович здійснює робочу поїздку у Гомельську область. На базі Будокашельовського і Гомельського району проходять посяджені Совєта по взаємодії органів місцевого самокерування при Совєті Республіки. Головна тема – робота органів місцевого керування і самокерування по повищенні економічного потенціалу регіонів, поліпшенні предпримальницького осяроддя, притягненні інвестицій і створенні нових робочих місць. У программе рабочей поездки наведывание шерогу сельскохозяйственных предприемств и сельсоветов. Подробности в наших наступных выпусках. До інших тем. Старшиня Гомельского областного виконавшего комитета Владимир Дворник повиншовал спортсменку национальной сборной по борьбе гомельчанку Марию Мамашук с завоеванием золотого медаля на чемпионате Европы по вольной борьбе. У тексте веншавання керавник региона отзначил: «Поважанная Мария, своей працавитостью и мкнением до перамоги мы досягнули великих вышинь, перакананы, что в дальнейшем вы будете годно представлять нашу краину, Гомельскую область, на международных споборництвах. И еще не раз мы убачим вас на пьедестале гонору. Ставьте перед собой меты и досягайте их с упартостью, проявляющую силу духу и майстерства». Особные слова подяки Владимир Дворник так само выказал тренерам, которые подтвердили свой высокий профессиональный уровень и умение рыхтовать соправдных переможцев. Протягиваем выпуск. У Беларуси реализуется проект «Be safe» – «Быть безпечным». У его рамках специалисты из Италии дают практичные рекомендации по организации дорожного руху и читают лекции для инспекторов ДПС, а так само водителей и пешеходов. Об том, как этот проект реализуется у Гомеле, что сделано в областном центре и как до этого в опыту ставятся супрацовники ДАИ, доведался Евген Пабаловец. Проект BeSafe, який фінансується Європейським Союзом, накірований на удосконалення безпеки дорожнього руху у Білорусі. Гэта як теоретична підрихтовка, так і практичні рекомендації. Теоретична – гэта лекції. Водителів і пішоходів, магістрантів Білоруського державного університету транспорту навушають європейським напрацовкам у плані безпеки дорожнього руху. І коли водителі і пішоходи просто отримлюють додаткові веди, то магістранти будуть непосредно приміняти європейський опыт на практиці. 4 роки тому тут була відкрита кафедра організації дорожного руху. Ее выпускники работают у ДАИ и являются аттестованными сотрудниками. У них есть интересные идеи, допустим, которые связаны, если у нас перед пешеходными переходами или вообще на пешеходных переходах стали делать искусственную неровность. У них, допустим, есть интересный момент. У них, как бы сказать так грамотно, на дорогах рисуют, получается, 3D-рисунки. То есть, допустим, ямочность искусственно сделать. На самом деле это ровная дорога с ровной поверхностью. То есть, визуально, когда водитель едет, он видит яму. Соответственно, он будет снижать скорость и беспрепятственно приедет. То есть, как вариант, ну, попробовать, почему нет. Пакуль гэта толькі ідэя. На практыцы ў Гомелі выкарыстаны іншыя напрацоўкі. Гэта, напрыклад, кольцавыя развязкі і пашырэнне вуліцы Кірава. Аналіз паказвае, што з кастрычніка мінулага года тут не было ні аднаго ДТЗ, у якім бы загінулі людзі. Итак, если мы говорим об инфраструктуре, то мы говорим о том, чтобы сократить скорость движения транспортных средств на дорогах, тем самым сохраняя жизнь уязвимым участникам дорожного движения, то есть в частности пешеходам. Как говорят специалисты, этим есть сенс заниматься, навод коли колькость дорожно-транспортных здарений не снизится. Акцент робится на поменьшении тяжкости их наступств и в опыт признаны становчим. С учетом европейского опыта мы хотим внести предложение в областной исполнительный комитет по организации дорожного движения по улице Советской, по улице Ильича и также по проспекту Речицкого. У первую шаргу это поширение проездной частки до 4 полос, а так само организация круговых развязок. И не только в городе. У на ближайший час рух на проблемных скрыжеваниях у Гомеля зробят по круговым принципе, деля зручности автомобилистов. Круговые развязки появятся на всех подъездах до областного центра. Первыми на шарзе трасса Санкт-Петербург-Одесса и Брест-Бранск. Проект BeSafe пришел в Беларусь несколько годов тому. Кроме нашей страны, он так само реализуется у Англии, Италии и Греции. На эти меты с бюджета Европейского Союза выдаткована не меньше за 1,5 миллиона евро. Евген Пабловец, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У минулом годе на Гомельщине по разных причинах загинули больше, как 30 детей. По сутности, школа не долишилась одного полновартостного класса. Кто повинен допомогши подлеткам справиться с проблемами и чему у семьях часом не вельми мкнуться исти на контакт со школой? Олег Сентюров доведался у специалистов.
27-я гомельская школа была побудована в 1936 году, и тогда называлась «Первая сталинская». Имя керовника державы таким установам давали не выпадково, и они должны были демонстрировать переваги советской системы эдукации. С того часу многое изменилось, але заниматься профилактикой правопорушений и подтримливать высокий уровень дисциплины тут имкнутся и зараз. Методы самые разные, начиная от долучения до корыстных справ учнев молодших классов. У школе с этой нагоды навод распрацовали специальный экологичный проект, в рамках якого школьники занимаются пособным сбором другосных отходов, тоже макулатуры и пластиковых бутылек, например, и до работы психологичного театра, куда каждый может прийти со своими проблемами. Найти выход из сложной ситуации для того, чтобы иногда просто выговориться и благодаря этому успокоиться. Есть разные мероприятия. И, например, заняться элементами тренинга, там, урок в школе волшебников, цели и ценности. Тяжко сказать, насколько такая практика распространена у инших научных установок, але у 27-й школе великой популярностью користается специальная стенгазета, где каждый может написать свое жадание. Спочатку, кажут, не соромились, але потом все изменилось. По словам психологов, такая форма работы дозволяет человеку докладно вызначить мету и принять меры по ее досягнениям. Жадание самое разное, от банального. Хочу, как мой компьютер не ломался, да, хочу помириться с любимым человеком, хочу есть и не полнеть, и бодай самое головное, хочу знайти человека, який будет меня разуметь. Разом с тем, проблемы школьников только школы сегодня не обмежовываются. Без допомоги семьи никак не обойтись. Шмат кто с батьков на такое супрацовництво погоджается, але покуль хапае и таких, кто до лёсу своих детей ставится обыякова, что, до речи, часто приводит до вельми неприемных наступств. Нарушения толкают, скорее всего, какие-то психологические отношения, которые складываться в семье. Но и говоря о другом факторе, это о тех несчастных случаях, о суициде, который происходит среди несовершеннолетних, тоже зачастую является причиной, это непонимание между детьми и родителями. Олег Сентюров, Евгений Матенко, телерадиокомпания «Гомель». Дарэчы, пытанне намесніку старшыні камісіі па справах непаўналетніх гомельскага аблвыканкама Яўгену Меткевішу можна будзе задаць сёння падчас праграмы «Дыялог». Гаворка ў студыі пойдзе пра работу з нядобранадзейнымі бацькамі, меры прафілактыкі падлеткавай злачыннасці і няшчасных выпадкаў з дзецьмі. Глядзіце праграму «Дыялог» у прамым эфіры адначасова на тэлеканалах «Беларусь-3» і «Беларусь-4» сёння 18:50. Нумар тэлефона ў студыі 77-68-45. До новинок культурного життя региона. Портрет народного письменника Беларуси Ивана Мележа представили у Гомельским палацово-парковом ансамбле. Выстава одной картины разместилась на верхнем поверсе вежи. Долгие годы эта работа была скрыта от глядачов. Нагодой представить ее широкой публице послужило 95-летие с дня рождения автора знакомитых творов «Люди на болоте» и «Подых на вольнице». Автором портрета Ивана Мележа является признанный белорусский мастер живопису, заслуженный деяш мастерства Нинель Шастная. Ее работы находятся у галереях и коллекциях по всем свете. У фондах палацово-паркового ансамбля это одинная картина мастажки. Жыццю і творчасці выдатнага кінаактёра і кампазітара, спевака і паэта, куміра эстрады першай паловы 20-га стагоддзя Александра Вярцінскага прысвяцілі вечар у літаратурнай гасціны 31-й мерыдыян. Яна існуе пры цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцена. У ліку запрошаных на вечар маладыя паэты, пісьменнікі і творчая інтэлігенцыя Гомеля. За круглым сталом яны абмяркоўвалі біяграфію Вярцінскага, яго вершы і музычныя кампазіцыі. Канцэрты Вярцінскага мелі каласальны поспех. Тых часоў прайшло больш як паўстагоддзя, аднак нават зараз яго паэтычная і музычная спадчына аказвае ўплыў на культуру, бардаўскую песню і нават рок-паэзію. У него была шикарная, своеобразная манера, понимаете, свойственная только ему, потому что сейчас нету такого понятия у молодых, как индивидуальность. Он был очень индивидуальный, не только своей манерой, но у него была и прекрасная поэзия, и мелодии очень были красивые. Когда он приехал в 1943 году, он приехал в Россию, и в Моссовете у него спросили: «Александр Николаевич, скажите, как вас представить, как написать в афише? У вас какие-то есть заслуги, награды?» Он сказал: «Ну что вы, деточка, нету никаких наград. Так а как же вас написать?» А он сказал: «Напишите просто «Мировая знаменитость». Новины региона, информация о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Всего доброго и до встречи в эфире.